Глава города должен не сидеть в кабинете, а перемещаться по городу. Безусловно, это очень важный вопрос, приходится работать. Каждый день вы спрашиваете у нас, когда в городе будут нормальные дороги, больше слышать, места в детских садах и чистота в подъездах. Эта работа уже началась. Эдхам Акбулатов. 26 июня в городе Прима. Город должен быть таким, чтобы в нем было удобно жить.